Нестандартное крупногабаритное оборудование комплекса, изготовлением которого занимаются сейчас японские компании, будет доставляться в Беларусь водным путем. Его поставки начнутся в следующем году. Осуществить перегрузку оборудования таких больших размеров на причале, имеющемся сейчас в речном порту Мозырь, не представляется возможным. Поэтому заводу необходимо в короткие сроки построить причал, подводный канал на реке и проложить к причалу дорогу. Согласно информации, для претендентов на выполнение этих строительных, монтажных, а также специальных работ, возведение объекта инфраструктуры необходимо начать в первом квартале 2014 года и завершить к началу навигации на реке Припять. Ориентировочная стоимость работ составляет 9,5 миллиардов рублей. Строительство комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков, стоимость которого может составить 1,5 миллиарда долларов, является для Мозырского НПЗ самым крупным в его истории инвестиционным проектом. В состав комплекса войдут комбинированная установка гидрокрекинга, установка производства водорода и установка производства серы. Реализация данного проекта позволит предприятию увеличить глубину переработки нефти до 90%.